А зараз ми запрошуємо вас у казку. Святкову виставу «12 місяців» для школярів підготували миколаївські кінологи-ентузіасти. Разом зі своїми господарями у цій виставі візьмуть участь їх домашні чотирилапі друзі. Ми хочемо принести позитив, хочемо принести доброту, любов к нашим четвероногим, любовь всему живому, чтобы наши дети росли в добре и мире. Сегодня сказка с участием собак – это, думаю, то, что мы можем подарить. Дрессировали, вот, клубом собирались, разыгрывали, вот, старались, чтобы, ну, чтобы все было по-доброму. Я хочу показать детям, какой у меня питомец. Для детей можно показать, ну, там, что плохое, что хорошее. Они могут посмотреть на собак, какие они бывают. Могут сами потом придумать сказку. Хочу всей Украине показать, как все дети выступают. Мне нравится выступать, я хочу показать, какими качествами обладает моя собака. Ну, во-первых, это праздник, большой праздник, самый большой праздник, который есть в году. Это сказка, это чудо для детей. И мы решили этим детям, нашим детям, подарить маленькую сказку. Пускай частичка доброты, веселья, радости будет у детей на целый год. Пускай они помнят и знают, что доброта украшает мир. Несмотря на то, что мы такие маленькие, комнатные, диванно-кроватные, мы принимали участие в неоднократных репетициях, готовили костюмы, учили текст, тренировали собак. Все, чтобы подарить детям радость, ну и веселье и удачу в новом году. Каждый принял свое участие, и из-за того, что мы все вместе это создали, у нас и получается вот такая вот волшебная сказка. Жила-была принцесса на попечении профессора, так как она была круглая сирота. Тише, тише. Ваше Величество, пора начинать урок. Напишите своей рукой пару строчек. Ладно? Диктуйте. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. Я напишу только «травка зеленеет». И пишется «зели» или «зени»? Ваше Величество! Ваше Величество! Боже, профессор, вы опять без намордника. Ваше Величество, осмелюсь просить подписать важный указ. Что опять писать? Ну хорошо, только я не буду дописывать «травка зеленеет». Давайте бумажку. Нужна ваша резолюция на очень важном документе. И что я должна написать? Либо казнить, либо помиловать. Казнить, помиловать. Да? Пишу казнить, это короче. Ваше Величество, вы делаете грубейшую ошибку. Что, надо было писать казнить, что ли? Нет, казнить вы написали правильно. Но вы решили судьбу человека количеством букв в слове. Так нельзя, да. Так нельзя, Ваше Величество. Я могу и вас казнить, так как слишком часто меня поправляете. Надоело учиться. Лучше расскажите мне что-нибудь новогоднее. Сегодня же канун Нового года. В году 12 месяцев. Да. 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 12 вот месяцев. Так? Да. 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 И каждый у каждого. Да. И каждого есть имя. Да. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Да. Да. Что, и у каждого есть имена? Да, конечно. Ну, у вас и память хорошая. А если я захочу, чтобы сейчас наступил апрель? Это невозможно, это же закон природы. А если я издам такой закон природы и поставлю большую печать? Да и это вам не поможет. Не поможет. Да и зачем? Ведь каждый месяц нам приносят свои подарки. Да. Зимние? Елочку. А вот весенние – подснежники. Снежники, да. Подснежники, так золотой. Вот я и хочу, чтобы сейчас наступила весна. Я так люблю подснежники. Я их никогда не видела. Завтра у меня новогодний прием. И я хочу, чтобы у меня на столе стояли подснежники. Иначе Нового года не наступит. Никогда. Боже мой. Принцесса издала указ тому, кто к завтрашнему дню в королевство принесет корзину подснежников, того наградят по-королевски. Весть быстро облетела весь город. Подснежники у нас, травка зеленеет, солнышко блестит.
ласточка с весною, весенний кролик. Зачем мне корзина? Пойдем. Я еще не зарядила. Нашла! Я нашла корзину. Что за корзина? Что вы уже придумали? Пойдешь в лес за подснежниками. Золото хотишь? Какие подснежники? Сказано тебе. Ступай в лес. Вы, наверное, подснежников. Не возвращайся. Нет, ты пойдешь за подснежниками. Пойдешь, пойдешь. Делать нечего. Придется идти. Конечно. А зачем вам подснежники? Золото хотим. Пойдем искать подснежников. Если эта лентяйка наберет подснежников, то мы пойдем во дворец к принцессе и получим целую корзину золота! Бродила пачерица по заснеженному лесу. Темно, холодно. И вдруг среди заснеженных елей пачерица увидела проблески огня. Костер! Может, нам и погреться здесь удастся? А где же его хозяева? Пусть из нашего котла по скалам пойдет слава, чтобы вся земля зимой попойдет и сосна. Подружки, в шапках старые пеньки. Не нужны зимой игрушки, мы пойдем играть. Скоро будем мы похожи на больших снеговиков. Я январь, я белый тоже. Улыбнусь вам широко. Февраль пришел в конце зимы. Холодный он, но рады мы, ведь очень скоро снег сойдет, подснежник нежный расцветет. Рыхлый снег темнеет в марте, тают льдинки на окне, зайчик бегает по парте и по карте на стене, и слышны кругом капели, и повеяло весной, снова птицы прилетели, принеся тепло с собой. А вот апрель, звенит капель, по полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник. Стали птицы громко петь, и зацвел подснежник! Все, ребята, мне пора. Слышу, летом чит припрыжку. На дворе стоит жара. Диплом. Июнь, начало лета, иду по лугу я с цветами, наряды яркие одеты, порхают бабочки кругом. Зацветает в поле рожь, грозы нагоняют дрожь, пчелы мед таскают в улей, все это пришло в июнь! Август месяц наступает, всех людей он награждает. За посыльные труды он дает всем на плоды. Собираем урожай, лето красно провожаем. Пришел сентябрь с красками, коснулся листьев ласково, и деревце простое вдруг стало. Наберу я листьев груду, ведь они сейчас повсюду. В октябре и старый млад наблюдает.
Дождик льет, как из ведра, сидит дома детвора. Коль ноябрь хмурится, холодно где? На улице! Этот месяц год кончает, зиму нашу начинает. Реки льдом он покрывает, ну и Рождество справляет. В месяц этот дни короче, а длинней, конечно, ночи. В декабре лежат снега на полях и на лугах. Только наш декабрь пройдет, мы встречаем... Новый год! Да чего же у вас огонь легкий да жаркий, до самого сердца прогрелось. Ну, спасибо вам большое, пора мне. А зачем ты сюда приходила? С корзинкой? За шишками, что ли? Под снегом искать? Да давай. Не по своей воле я пришла. И не за шишками. Неужели за грибами? И не за грибами, и не за ягодами. А что ж случилось-то? Почему ты в лес попала? Да послала меня мачеха за подснежниками. А что это мачехе среди зимы подснежники понадобились? Да не подснежники ей нужны, а золото, которое за них дает королева. Не время сейчас, голубушка, для подснежников. Нужно апреля месяца ждать. Апрель месяц? Слышишь, братец Апрель, твоя гостья принимает. Братья месяцы, а я смотрю, очень знакомое лицо у девочки. Да. Вы помните ее? Я помню, она хворост собирала зимой. А у меня птичек кормила. А у меня к ручью по воду ходила. А у меня урожай собирала. У меня грибы собирала. Дружница. Так может поможешь девочке? Давайте поможем. Конечно, поможем. Подожди, дай мне свою корзиночку. Давай. Подожди немножко. Неужели наши мечты сбывают? Вот девочка. За доброе сердце, за чистое слово, вот тебе корзиночка с цветочками. Спасибо. А еще вот тебе от нас новогодний подарочек. Колечко золотое, непростое, волшебное. Если мы тебе понадобимся, позови, брось колечко, и мы придем. Только никому не говори, что ты нас здесь видела. Спасибо. Спасибо вам, братья месяцы, за помощь и за приют. Счастливо заходите, девочки. Нового года. Ну, конечно же, кроме принцессы. Ваше Величество, скоро Новый год и Рождество. Я же сказала, что Новый год без цветов не наступит никогда. Вы, наверное, шутите? Там только метель. Да. Ладно. Мне не до шуток. Принесите мне цветы немедленно. Это цветы? Конечно. Зимой? Да. Весна. Я сошла с ума. Профессор, я же вам говорила, давайте цветы сюда, где вы их взяли? Ваше Величество, мы с утра и всю ночь в лесу плутали, и вот нашли цветы. Не может быть такого. Ну мы скорее набрали цветы. Набрали целую корзину подснежников и принесли вам, чтобы получить корзину золота. Министр, насыпьте им корзину золота. Да. А вы отведите нас туда, где нашли подснежники. Ваше Величество, помилуйте, пощадите! Это не мы нашли цветы, а моя падчерица. Она. Тогда мы идем в лес, и ваша падчерица покажет нам, где сейчас можно нарвать подснежники. Падчерица! Падчерица! Иди сюда! Какой лес! Какой лес! Вот что бывает, когда присваивают себе чужие заслуги ради выгоды, когда потыкают капризом детей, и теперь все оказались в заснеженном лесу. Ну и где же здесь подснежники? А ну показывай! А подснежников здесь больше нет, и я не могу сказать, где я их взяла, потому что это мой секрет. Секреты от меня казнить!
Ну что это у тебя за кольцо? А ну давай сюда! Ты катись, катись, колечко, на весеннее прилечко, летнее сенье, теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру, братья месяцы, придите ко мне на помощь! Ты звала нас, девица красная? Да, я звала вас. Что случилось у тебя? Это, наверное, снеговик. А вот она, снежная баба. Да как ты смеешь на родную мать бабой снежной называть? Да точно, как снежная баба, такая же холодная и злая, как собака. Мы пили словно собаки, по делам от награда. Ой, посмотрите, превратились в собак. Вот видишь, что бывает с непослушными детьми? Я хоть и королева, но я боюсь. Я не хотела вас обидеть. Это все он писал указы. Ну вот, опять мы во всем виноваты, нашли крайне. Ты лучше попроси прощения у людей и у Бога. Простите меня за то, что я была упряма и капризна. Обещаю, я исправлюсь. И ты меня простишь, мы ведь обе сиротки. Я прощаю тебя и прошу всех в канун Рождества простить друг друга. Потому что самое важное – сохранить волшебство в своей душе всю жизнь. В канун Рождества мы вам показали поучительную сказку. А вы вместе с нами ее посмотрели, чтобы ощутить с нами дух праздника, любви и добра. Днем Святого Николая, с Новым годом, с Рождеством Христовым! Я в этом году желаю, чтобы все ваши желания, как в новом году, все исполнились. Святой Николай, он исполняет все желания, которые мы только захотим. Поэтому счастья всем, добра и мира. Ну, мне хотелось бы, чтобы в наше сейчас тяжелое время каждый человек нашел в себе мужество. Вот те остатки, может быть, добра, которое было заложено, скоплено за нашу жизнь, проявить, потому что именно это нам поможет быть вместе. Чтобы сбывалась сказка, чтобы на Новый год сбывалось самое сокровенное. Вот, и чтобы все было хорошо. Вот, с Новым годом! Гарри, ну, покажи. Покажи. Я обожаю счастье всем. С Новым годом, чтоб Дед Мороз всем подарки раздал. Я поздравляю всю Украину с Новым годом и желаю счастья и мира на всей земле. Счастья, здоровья, любви, благополучия и мира. Прежде всего мира. Желаю всем мирного неба, хорошего настроения, всегда быть позитивными, счастливыми, здоровыми, любить своих близких, любить своих питомцев, если такие у вас есть, любить свою страну. Всего-всего, с Новым годом!